Вот наш молодой прайд. Да. Сейчас с прайдом Султана Марсель сдружился. Усилил их прайд. Я хочу кальва. Каждого свое место. Все знают, что вот сюда подходят посетители. Это место у пруда. Хорошее место. И такое здесь они получают угощение. Ну, сейчас они плотно позавтракали, поэтому даже и не просят. Даже на это не особенно реагируют. Завтрак, плюс утром еще и посетители прошли, угостили. Ну да, кому-то повезло еще дополнительно. И вот их сонные, удовлетворенные мордашки. Угу. На солнышке, на травке, красота. Никто никого не гоняет, лежат себе спокойно. Это сегодня воскресенье у нас, да? Зевают. Так, ну ладно, здесь никаких активных действий не происходит. Мы знаем, друзья, что вы любите смотреть ролики, где какие-то действия. Поэтому пойдем искать другие сюжеты, более динамичные. Хотя вы знаете, для тех, кто влюблен во львов Тайгана, даже вот на таких просто лежащих львов смотрят с удовольствием люди.